получилось, потому что я неграмотно согнал вес на эти соревнования. Очень рано согнал и долго держал. Выходила вся энергия. Ну, я думаю, что из-за этого я так давно себя плохо не чувствовал. Даже после 1/8 я просто полз на коленках, вы видели сами. Мне очень жаль. По своей схеме, когда дома готовлюсь, я гоняю вес за короткое время. У меня энергия не успевает вся уходить в желудке. А здесь контролировали вес заранее, вы согнали и держали его. Видимо, из-за этого просто не мог ни ноги поднять, ничего. Я сам отдал, просто сам отдал. Я даже не видел ни ударов, и не было сил просто. Не в сопернике дело. Здесь, мне кажется, любой соперник более-менее...